Гонорея – это инфекционные заболевания, передающиеся половым путем и вызываемые бактерии Neisseria gonorrhoeae. Это распространенное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, если не лечится своевременно. Симптомы гонореи у мужчин включают боль во время мочеиспускания, выделение из полового члена, также отечность яичек и боли в области мошонки. У женщин симптомы могут быть менее выраженным и могут включать выделение из влагалища, боль внизу живота и боль при мочеиспускании. Некоторые люди могут не иметь никаких симптомов, что делает гонорею еще более опаснее, так как инфекция может продолжаться незамеченной и незамедленно лечиться. В лечении гонореи обычно используют антибиотики, такие как азитромицин или доксициклин. В лечении гонореи обычно используют антибиотики, такие как азитромицин или доксициклин. После лечения важно пройти повторный тест, чтобы убедиться, что инфекция полностью устранена. Лучший способ предотвратить гонорею – это использование презервативов при каждом половом акте. Гонорея – это серьезное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, если не лечиться своевременно. Цифтраксон 255 мг внутримесячно совместно с азитромицином 1 грамм перорально однократно или с доксициклином 100 мг 2 раза в сутки 7 суток.